Меня зовут Евгений Ермолаев, я являюсь экспертом компании Pult.ru и сейчас представлю вам акустическую систему Focal Jam Lab Horus 716V. Эта линейка относится к младшей среди производственной линейки компании Focal, и тем не менее сделана очень презентабельно, очень серьезно. Рассмотрим ее немножко поподробнее. Сама модель относится к средней среди напольных моделей этой линейки и оснащена тремя динамиками. Это 25-мм твиттер с вогнутым куполом, что характерно для Focal. Это два 165-мм динамика. Причем конструкция здесь используется 2,5 полосы, что означает, что вот этот средний динамик воспроизводит низкие и средние частоты, а нижний динамик воспроизводит исключительно басовый диапазон. Таким образом, два этих динамика воспроизводят одновременно басовый диапазон, что, соответственно, сказывается на его глубине и на его, так сказать, мощности. Ниже мы видим порт фазы инвертора внушительного насыщения. Это очень хорошо, что он расположен на передней панели, потому что эту акустическую систему можем ставить вплотную к задней стене. Если мы развернем ее назад, то мы увидим здесь клеммы. Простые клеммы, но тем не менее очень качественные. Биваринга здесь нет, впрочем, здесь оно и не всегда надо, потому что, как правило, в таком ценовом диапазоне, если нет биваринга, то становится ясно, что все же большее внимание уделено качеству комплектующих, как то динамические головки или же кроссовер. Эта акустическая система способна озвучивать до 30 квадратных метров по рекомендации производителя. И прекрасно подходит как для музыки, так и для кино. Сопротивление ее 8 Ом, что позволяет подключать ее к большинству современных стерео-усилителей и AV-ресиверов. И сделана она, несмотря на свою относительно доступную стоимость, непосредственно во Франции. Акустику Focal Jam Lab вы можете приобрести в нашем интернет-магазине pult.ru.